Привет всем. Вот мы втроем, я, Паша и Гоша. Мне не видно. Мы будем сейчас штурмовать детский садик, который находится рядом с моим домом. Я не знаю, почему у нас возникла эта идея. Мы не знали, зачем мы это делаем. Мы совершенно не понимаем, на что мы идем. И да. Смысл наших действий. Но... Понятен, но мы решили, что мы только что купили новые ботинки. Да, мы только что купили новые ботинки. Да, это, я думаю, все объясняет. Это да, это вот самое главное. Да, ну что, Паша, ну ты что, готов? Я готов. Сейчас, да. Все готово. Выходим! Вперед! Которым будем перелезать. Кто первый? Я первый. Хорошо, давай. Я снимаю нахуй. Гош, я желаю тебе удачи. Да. Пошел. Первый пошел. Даже снимаю. Тогда, вот там, сейчас, чтобы да. Было видно, как да, да, да. Ну, ладно, потом, когда тут. Давай, короче. Так, давайте обсудим план. Тихо, курс стоим. Тихо, план. Что мы делаем? Что вообще делаем? Зачем это? Я лично не... Мы уже, в принципе, здесь все обследовали. Да, так что мы идем мы вот туда. Мы не были у тех паровозиков. Каких паровозиков? Вон, паровозики. А, вон те вот? Да. Вот эти вот, да, паровозики? Прячутся за снеговиками. Очень напряженная обстановка. Очень напряженная. Там охранник, который может нас палить и выебать в жопу. И выебать в жопу, и выебать в жопу, и выебать в жопу. Ты охуенно. Я справился. Справишься, блядь. Молодец. Не, вы как хотите, а я... Я буду делать куличики. Ой, блядь, у меня тут еще ведомости. Но бойца потеряли, поэтому мы с Гошей продолжаем двигаться дальше. Что? Так здесь не насано было? Тогда я сам нассал, кстати. А, ты там нассал? Вот, вот здесь. Нихуя, ты нет, вообще ты там... Нет, ты там нассал. Не срал? Их сейчас мы посмотрим отсюда. Нет там ничего. Стучимся и убежим. Так, конечно, мы подожди, смотри, а мы идем вот туда. Есть. Мы идем вот туда вот. То есть к этим. Да, как да, просто. Крепость! Пошли, мой. Блять, дома. Так, блять. Что? Парни, не могу, блять, с камерой трудно. Тихо, во-во-во. Ну что? Сейчас, стоп, тихо. Нужно прокатиться на паровозике, это обязательно. Паровозик. Мы не дойдем. Дальше у нас
тот колодец. Да. Сейчас приблизим. Вот он. Да. Паша. Стоп, стоп, подожди, оценка обстановки. Гоша бежит. Пошел! Давай, Гоша. Как ниндзя. Так, парни. Ниндзя стайл. И что мы дальше делаем? Больше парня. Посвяти. Интересно. Что? У тебя жопа мокрая. Ой, спасибо. Ты меня слишком сильно возбуждаешь. Сейчас сорвусь, выебу тебя. Раньше охранника? Да, раньше охранника. Пусть он ебет. Я придумал, ребят, смотри. Мы должны сейчас перепрыгнуть. Его позови. Охранник. Так, парни, давай. Кто первый перелезает? Ну куда бежать-то, блин? Такой ко входу. Не, мне знаешь, как мысль? Ко входу. Вот так туда под окно. Под окно. Ну. Перед ним вот пройти. Ну. Первый. Я или ты, Макар? Пофиг. Давай я пойду. Я потом камеру. Потом мне, да, в камеру. Да. Макс! Давай, держи. Присядь. Тоже, конечно. Ну что, понятно? О, парни. Давай, чуть-чуть. Сейчас будем охранять. Мы здесь 12 минут тусим в курсе. Можно перелезть в музыкалку, блядь. Да. Пошли, музыкалку. Да забиться на охрану. Короче, кто тебе? Я, короче, первый. Ребят, не, Посмотрите, просто. Туда. Вот так. Что там? Там свет горит. Ребят, съебало. Напомню огонька. Ну. Ебать! Нет, капот! Стой, пожалуйста. Макс, давай себе камеру. Тихо. Да, яйца. Блять, ненавижу забор. Не получится ёбнуться. Тихо! Паша, давай быстрее. Блять. Здесь вообще опасность. Не стоп, колоть будешь. Я тебе помогу. Не буду. Мы ебываем нахуй.
Валеры! Где? Принимает. Серьезный оборот. Реально перегиб. Пацаны, блядь. Макс, быстрее перелазь. И бери камеру. Бомж. Ребят, а что? Это... Мало по пути, где с нас продолжили, разбудили охранника. Что, обратно вы все видите? Ну, бля, ну ладно, мы же хотели разбудить охранника, не я. Я сейчас уебу.